гравців збірної України, один з героїв матчу Станіслав Жуков. Станіслав, поділися емоціями, які є у збірній України після такої перемоги. Ой, просто нереальное ощущение. Мы очень долго готовились к этой игре, разбирали тщательно соперника. Я думаю, сегодня у нас все получалось благодаря нашей подготовке, поддержке, просто нереальный трибун. Недаром после первой игры начали считать, что Сумы действительно фартовый город для нас. Вот. Много людей приходит, поддерживает. Это очень приятно всегда играть при заполненных трибунах. Вот, еще тем более такое важное событие, день рождения главного тренера, поэтому мы не могли просто проиграть. Вот. Так что, думаю, результат налицо. Тренер казав, що у вас є план хоча б в загальних рисах. Що це був за план і завдяки чому вам вдалося? Вже з перших хвилин ви пішли вперед. Чехи так зрівнювали рахунок, але не виходили вперед. Ну, головна у нас задача була це в защиті. Мені кажеться, защита. Ми готували довго 5-1. В прошлой игре с Исландией у нас была основная, это 6-0, но выпали у нас два центральных защитника, это Дима Драчук и Женя Буденко, поэтому ввели новую защиту 5-1, очень долго ее нарабатывали, сегодня применили, я думаю, она сработала, ну, потому что, может, и чехи готовились больше к 6-0. Вот. Ну, подготовка дала свой результат. Много у нас времени было на подготовку, это и сборы в Кончазасп, и это и сборы здесь. Вот. Що по своїй грі, який у тебе був сьогодні настрій? Здається, з початку сезону у тебе не було ну так аж настільки яскравого гандболу. Ну, гра на гру не схожа. Забив перший, другий гол, почував впевненість. Мені кажеться, основна задача. У мене зараз така, почував впевненість. Коли є впевненість, тоді м'яч в ворота летить. Шанси тепер збільшуються збірної України поборотися за вихід? Ну, конечно, каждая победа для нас очень важна. Главная задача выигрывать дома и отбирать очки на выезде. Пока что с этой задачей справляемся. Дякую, дякую. Спасибо вам. Это был Станислав Жуков, гравець збірної України.